Я не очень доверяю Вильямсу. Особенно сейчас. Уверяю вас, Вильямс ничего не предпримет без разрешения. Скажите, Вильямс, каким образом ваша охрана уменьшилась на 2 человек? А русский? Он утонул, сэр. Ваш катер в полной сохранности. Что с Клименко? Клименко получил наглядный урок. Надеюсь. Да. Теперь о деле. Да. Подготовьте для мистера Клименко контракт. Контракт? Это я беру на себя. Я понимаю, Вильямс, что вы лишитесь сна и покоя до тех пор, пока мистер Клименко не подпишет его, но... В России разучились ценить деньги, мне кажется. Ничего, мы ему заплатим воздухом. Да. Прошу вас. Литл Ричард. Большой Ричард. А вот это наша гордость. Эта машина рассчитывает колебания атмосферного давления и процент кислорода в любой точке земного шара. Кроме того, она нам дает возможность получать видеоинформацию. Даже видеоинформацию? Представьте себе даже видеоинформацию. Ваша задача заключается в том, чтобы рассчитать кризисное состояние, чтобы мы имели возможность в необходимый момент доставить наши шарики в нужную точку земного шара. Понятно? Ну, а теперь командуйте. Прошу вас. Скажите, мистер Клименко, вы можете рассчитать точную дату кризиса? Пожалуйста. Только при наличии полного объема информации. Метеоинформации. Вы гарантируете?